Вот я иногда задумываюсь, что же сложнее, самому написать песню или исполнить. И в последнее время прихожу к выводу, что и то, и другое сделать сложно. Сделать так, чтобы это ценилось публикой. А вот дуэт, который выйдет сейчас на сцену, делает это просто великолепно. Они покоряют публику и песнями, которые сочиняют сами, и которые сочинили другие авторы. Встречайте гостей из Санкт-Петербурга. Сергей Нотик и Ирина Петровская. Добрый вечер всем. Здравствуйте. Вы знаете, вот я сегодня утром проснулась с ощущением такого счастья, такого подарка, который нам сделали организаторы фестиваля, и вообще то, что мы смогли приехать, то, что фестиваль такой добрый, такой теплый. Вот как встречали нас вчера, ну, по-моему, такого не было ни разу. Ну, правда, спасибо зрителям, спасибо. В первую очередь, потому что прием настолько теплый, да. Настолько вот... Да. Это нам намного легче петь, хотя немного все-таки страшно хочется. И, конечно, огромная благодарность организаторам за их титанический труд. Да, мы действительно и исполнители, и авторы. Вот вчера мы радовали публику, те, кто там был, исполнением чужих песен. Сегодня мы будем петь свои. Пишем мы их по-разному, большей частью. Стихи пишет Ирина Алексеевна, а музыку как-то я, но, тем не менее, процесс у нас такой совместный, мы участвуем в этом деле, и я в стихах, и Ирина в музыке. И первая песня, которую мы споем, называется «Парижское время». Футболки не любит рубах. Она видит крыши сквозь щелку окна, и раннее утро не любит она. Она-то с утра и поплакать не прочь, а ночью смеялась и Катина дочь. Бертран очень занят, готовит омлет. Бертран измышляет меню на обед. Он любит черешни, но ест виноград. Бертрана Тонет даже мало стирать. Аннет обнимает его со спины. Она примеряется к роли жены. Аннет любит кофе и сильных мужчин. Для плача причин. Бертрана любит виски и женщин в чулках. Аннет носит джинсы на тощих ногах. Аннет красит губы. Смеется Бертран. Парижское время 7:30 утра. Спасибо большое. А вторая песня, она была написана практически на таком же берегу, по которому мы сегодня гуляли, вот здесь вот, в Венспилсе. Так и называется. «Прибрежная». Спят, и валуны
вспоминают мотив, что напевает закат. Вечная музыка волны песка, как в отражениях зеркал. Как в отражениях зеркал. Закрыта рука, что же еще ты искал? Движутся тени у самой воды, двух запоздалых гуляк. А на мысу злым осколком звезды режет пространство маяк, ищет потерянно тысячу лет средства вернуться назад. И корабли, увидав его свет, и сострадания сигналят в ответ, грустно и долго гудят. Месяц стареющий светит едва, волны ласкают песок. Волны ласкают песок. Ночь наконец-то вступила в права, скрыла безумных признаний слова, стерла следы наших ног. Стерла следы наших ног. Спасибо. 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 Это были Сергей Нотик и Ирина Петровская, Санкт-Петербург.